Похудев почти в два раза при помощи уменьшения объема желудка и избавившись от лишней кожи на теле, Морозов стал пользоваться большим вниманием со стороны женщин. Так, в сети юморист познакомился с 22-летней Елизаветой Еременко, которую впоследствии пригласил на свидание в Москву. Неделю назад пара встретилась в непринужденной обстановке в дорогом отеле, где, по словам девушки, произошло страшное, она стала жертвой изнасилования и жестокого избиения со стороны Морозова. Как стало известно, Еременко, у которой есть видеодоказательства интимного процесса, артист не знал, что велась съемка, намеренно наказать Александра за содеянное по всей строгости закона, ведь на секс она согласия не давала. Более того, до вопиющего случая Лиза была девственницей, очень разочарована тем, что ее первым мужчиной стал нелюбимый человек. Морозов, в свою очередь, отрицает причастность к преступлению. Кто прав, а кто виноват в этой истории, станет известно завтра в 17:15 на передаче «Андрей Малахов». Прямой эфир канала «Россия-1», где Александру Морозову и Елизавете предстоит пройти проверку на полиграфе. С пасынком не общаюсь, не знаю, где он. Но я не одинок. Я такая тварь, что мне с самим собой вообще одиноко не бывает. Я наоборот испытываю удовольствие от общения с самим собой. Может, я отшельник, мизантроп, называйте меня как угодно, но тем не менее, мне очень комфортно с самим собой. Может, это отпечаток моей публичной профессии, я не знаю. Мне просто хорошо и все. Если Господь подарит мне женщину, с которой мне будет хорошо, и которая станет матерью моего ребенка, почему бы и нет? Я открыт к общению, я не давал себе обет безбрачия, откровенничал 47-летний Александр еще недавно. Красиво, как тут все шикарно. Посмотрите, два больших зеркала. Посмотрите на эту кровать. Это просто, ребята, я не могу. Посмотрите на этот вид. Ай, господи, как я люблю Москву, центр, ребята. Я первый раз в гостинице. Ну что, я в шикарном отеле в центре Москвы. Вот только посмотрите. За этой дверью меня ждет Саша Морозов. Он готовит мне какой-то сюрприз. Девчонки, кажется, я проиграла.